Всем привет, с вами врач из Санкт-Петербурга, который каждого из вас ждет на прием к себе. Вы меня просили рассказать про нейропатическую боль и про нейропатию в целом. Тема очень большая и очень длинная, но я постараюсь кратенько на пальцах вам сейчас это все объяснить. Вот представляете себе провод, обычный домашний провод, либо это удлинитель, либо это провод от утюга. Внутри провода есть там два кабеля, медных, по-моему. Вот, по ним проходит ток. А вот то, что мы видим, белый изолят провода, в прямом смысле это изолят. То же самое и с нервом. То есть все, что мы видим снаружи, это изолят. И этот изолят называется швановские клетки или миелин, миелиновая оболочка. Так вот, когда происходит разрушение этого миелина, вот тогда и возникает нейропатия. Нейропатия, нейро – это нерв, патия – это страдание. То есть страдает нерв из-за того, что происходит разрушение этой защитной оболочки. Теперь за счет чего? Очень много различных причин. Это и лекарственная нейропатия, и это нейропатия у лиц, страдающих алкоголизмом, это нейропатия при метаболических заболеваниях, например, при сахарном диабете. Когда сахара много в крови, он тоже пагубно действует на нервную ткань. А алкоголь, он еще не только на периферическую нервную систему, но и на центральную нервную систему. Так вот, простыми словами, как подтвердить диагноз? Во-первых, это очный осмотр, это сбор жалоб, это сбор, полноценный сбор анамнеза, и это инструментальные и лабораторные методы диагностики. К инструментальным очень важно это электронейромиография, то есть мы при помощи этого метода оценим, как нервный импульс проходит по нужному для нас нерву, который мы исследуем. Клинические с точки зрения жалоб. Жалобы это боль. Боль периодическая, либо боль постоянная. Это выпадение чувствительности и поверхностной, и глубокой чувствительности. Кровь, что мы посмотрим. Есть специфический анализ на кровь, про это не буду пока говорить, если будет интересно, напишите, продолжим, потому что я забыл, честно говоря, забыл, такое бывает. Вот, значит, жалобы собрали, анамнез собрали, электронейромиографию сделали, поставили диагноз. Три основные группы препаратов, это тиоктовая кислота, это антиконвульсанты, это когда нейропатическая боль, и это витамины группы В. Все, подписывайтесь, всех обнял, приходите на прием, ваш доктор. Ой, на YouTube обязательно нужно колокольчик поставить, уведомление, чтобы вы видели. Это нужно подписаться на него и комментарии ваши напишите, пожалуйста. Все, я пошел.